Нынешний энергетический кризис в Европе по-прежнему трудно разрешить, потому что проблема сложная и затрагивает интересы многих заинтересованных сторон, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Эту информацию агентству Nazarnews предоставило китайское агентство CCTV+. Гораздо труднее решать энергетические вопросы, чем вопросы продовольственной безопасности. В вопросах энергетики у нас есть сочетание больших интересов государств-членов, заинтересованных компаний, что значительно затрудняет прогресс, поскольку эти интересы в значительной степени противоречивы. Ранее в тот же день Антонио Гутерреш провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили продление расширения Черноморской зерновой инициативы и существующие препятствия для поставок российских удобрений в ходе реализации соглашения. Генсек ООН заявил, что мир может столкнуться с реальной нехваткой продовольствия в 2023 году, и экспорт российских удобрений имеет крайне важное значение для будущей безопасности поставок продовольствия. При этом он призвал устранить препятствия в процессе экспорта российских удобрений. Бахыт Кучманов, Акыл Уланбекулу, Nazarnews.